Всем привет, друзья! Вы на канале Experivid, меня зовут Виталий, и сегодня я буду делать обзор на рэп по мотивам игры Dead by Daylight от очень талантливого парня Руслана Кудрина, которого я смотрел на протяжении полутора лет, когда он еще снимал «Битву замков». Но получилось так, что мы где-то в одно и то же время закончили играть в эту игру. Он для того, чтобы двигаться дальше, создавать более качественный контент, который, кстати, уже и подъехал, сейчас мы его посмотрим, а я потому что открыл свой канал и начал уделять все свое свободное время своему каналу. Ну что, друзья, переходим, конечно же, к песне и, естественно, клипу. Ссылку на оригинал я, естественно, оставлю в описании. Попал в загадочный мир, в котором я с вами вынужден шляться. То такие вы вряд ли испуганы, вид вас обложек забытого глянца. То за мрачное место с пеленой из воронов, куда делся отец мой, хотя в принципе... Кстати, заметили, как в домашней обстановке он все сделал, освещение, ну, в принципе, все видно. Я знаю, что это довольно-таки сложно сделать, постарался, круто. Все равно уверен, это место от дома недалеко, что тут за очкарик, в принципе, домино за вами гонится маньяка. Я буду бегать демоником, жуткий сатирикон, шутки такие гон, друг... Флоу хорошее, и мне нравится, что у него хорошая дикция. Слышно каждый звук, каждая буква, каждое слово, все понимаешь, о чем пытается донести. Перебор, пру, я наперекор. Что происходит, объясни мне, как так, мисс? Нас изнутри страх пожирает, катаклизм. Надежды рухнули и пали камнем вниз. Как убежать нам, встань и помолись. Это так глупо, что за черт вас попутал. Вы спите, как будто норовите на крюк. Вам надо бы собраться, я не добрый, вы не фац, не намерен. Надо баться, надо двигаться, не мяться. Выход это приз, иди до конца. Слышен чей-то визг, и сердце бьется. Зубы надо стиснуть, ноль эмоций. В свободе рвемся, генератор ее плацдарм. Вбегаем вниз, не выберется парень тот сам. Убегая от них, и скидываю под ноги туски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Убегая от них, и скидываю туски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Блин, вот этот момент, я не знаю, это припев, скорее всего, нереально круто, и хочется даже, не то что голова кивает, хочется даже подпевать, осталось только слова выучить. Убегай от них и скидывай под ноги доски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Убегай от них и скидывай доски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Капканы траппера, забудь про правила. Рев слышишь там пила, их раздавить не хватит даже танкера. Ты видела глаза, это давно уже не игра. Хотят тебя найти и, видимо, найдут, но ура. Торопись, дорогая, автохевен это не Нарафа Минск. В середине мая, медсестра не такая. Норовит задушить глаза, прикрывая. Я вряд ли тут на карантине больница, где загородит генератор, туда уже мчится убийца. От него тебе в шкаф надо скрыться, либо увидишь маньяка на вид, сам кромсает людей, этот повар как пиццу. Посмотрит, как ты зайдешь далеко, знаешь, что вряд ли помрешь стариком. На ногах наших обувь, а он босиком. Попробуй живым пересечь Рубикон. На газ надави, напрасно такие в них растут один и в царство могил. Для него ты развлечение, это его мир. Убегай от них и скидывай под ноги доски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Убегай от них и скидывай доски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Убегай от них и скидывай под ноги доски. Мы попали в чужой дом, как незваные гости. Убегай от них и скидывай доски. Мы... Ну что, друзья, подвожу итог. Мне нравится то, что я услышал. Мне даже понравилось то, что я увидел. Та нарезка, плюс само флоу, исполнение. Все очень гармонично выглядит. Глаз, картинка, в принципе, не режет. Звук тоже ничего не режет. Очень годная, ребят, работа. Очень всем советую зайти, поддержать Руслана, поддержать этот клип. Я уверен, что он немало сил на это все потратил и времени. Но вы были на канале Experivid, надеюсь, с годным контентом. Поставьте лайк, если вам понравилось и вы хотите видеть подобные видео дальше. Вы были на канале Experivid, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ставьте лайк и не забываем, что по ссылочке в описании вы сможете найти оригинал данного трека. Всем спасибо и всем пока.